Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. Стартовала вторая волна новогоднего аукциона. Я немножко расстроен, но об этом чуть позже. Я расстроен из-за качества аукциона, из-за того, что там выставили на продажу. Но это совсем уже другая история. Ее я расскажу немножко в процессе. Что касается самого аукциона, давайте поглядим, что конкретно нам разработчики завезли. Итак, разрабы выложили на продажу AMX 1357. Это семерка с довольно неплохой скоростью перезарядки 6-зарядного магазина, всего лишь 10 секунд. Но эта семерка крайне картонная, крайне маложивучая, очень подвижная, поэтому машинка на очень-очень любителя именно легких танков вот такого вот геймплея. Поэтому сказать, что машина прям всем подойдет, нет, абсолютно нет. Поэтому хорошенько взвешивайте свое решение по покупке 1357. Super Hellcat. Мне лично машинка нравится, он есть у меня на основном аккаунте, я купил его, абсолютно не пожалел. Супер Хеллкета я покупал за 6 косарей голды, и именно за столько его сейчас выставили. Поэтому в целом, ребят, 6К, за который он сейчас стоит на продаже, он и будет дальше стоять, ребята брать его не будут. Я думаю, что хороший ценник для новогоднего аукциона, давайте определимся. Потолковая цена, хороший ценник, великолепный ценник для получения удовлетворения от покупки на новогоднем аукционе. Вот такие вот три уровня у нас будут. Так вот, для хорошего настроение от покупки на новогоднем аукционе цена Супер Хеллкета, мне кажется, должна танцевать где-то в районе 4500, ну максимум 5. Это вот прям потолочная цена, тогда уже просто хорошая цена, 5000. Ну а такая прям из трусов от радости выпрыгиваем, где-то 4,5, окей, пусть будет так. Ну, 4 это вообще, конечно, прям в темечко целую, но я думаю, что по такой цене его просто разберут очень быстро. Теперь, что касается AMX-31ER прототип. Данная машинка представляет собой, ну, такое что-то среднее между восьмеркой и десяткой, потому что это девятка, но это действительно что-то среднее. Почему именно так? Потому что против восьмерок он играется нормально, хорошо, против десяток он играется крайне хреново. Это полный картон, вот прям совсем-совсем картон. Да, у него есть прикол. Его прикол заключается в 310 единиц урона при 6,6 секунд перезарядки без установленного оборудования и всей остальной дребедени. Там еще меньше будет. Но машинка требует сноровки, поэтому, ребят, опять-таки, как и с AMX-1357, взвешивайте свое решение по поводу покупки. AMX-30B. Здесь, конечно, поинтереснее. Это все-таки десятка, но ценник на нее конский. 15 тысяч это прям очень-очень дорого для нее, реально, ребят. Нормальная цена, по моему скромному субъективному мнению, это где-то 1013. Что же касается вот такого ценника, это где-то 1010, ну пускай 11. Это вот, знаете, вот для новогоднего аукциона, как я говорил, чтобы от радости выпрыгивать из трусов. Едем дальше. Т-28 Defender. Все знают эту машину. 8500 она, ребят, однозначно не стоит. Она стоила 7500, когда всех Defender'ов выставляли на продажу скопом. И я думаю, что даже 7500 на сегодняшний день очень завышенная цена для данного аппарата. Если все пойдет так, как идет с Defender'ами, то, скорее всего, Т-28 останется ровно как и ИС-3, защитник из серии Defender'ов. За 5000 он стоял, никому не был интересен, и на этом аукцион закончился, я имею в виду первая волна, никто его не взял. Ну и, соответственно, Defender'а, скорее всего, ожидает та же участь. Поэтому, в целом, уж прям кому сильно-сильно надо, я думаю, что ценник упадет до 6500. Вот там уже себе берите, и тот, знаете, что называется, в коллекцию. Потому что это далеко не имба на сегодняшний день, хотя удовольствие от игры, безусловно, на нем получить можно. Что касается AMX Defender. Ну, ребят, не знаю, честно говоря, стоит ли покупать AMX Defender, с учетом того, что есть AMX-1357 на продаже за гораздо меньшие деньги, играются приблизительно одинаково. Кто-то скажет, что AMX Defender это имба. Нет, ребят, это абсолютно не имба. Золотая цена этой машины для новогоднего аукциона в лучшем случае 6500. Это прям вот, прям, ну не знаю, потолковая. На Черную Пятницу его продавали за 8,5. И, ребят, ну не стоит он 8,5 никак. Ценник сейчас тот же самый стоит. Он и 8 не стоит. Короче говоря, это мое субъективное мнение. Там дальше судите меня в комментариях, может я-то и не прав совсем. Что касается Action X, Action X входит в список танков, которые я считаю must-have'ом для начинающих танкистов. Это действительно очень годный аппарат, на нем действительно очень удобно, классно отыгрывать. Ты действительно что-то можешь, ты действительно что-то делаешь, быстро отстреливаешь. Но давайте будем говорить откровенно. Сейчас AMX'а выставили, господи, AMX'а, господи, Action X'а, простите, выставили за 8,5, ребят, при том, что он просто в свободной продаже в течение последних нескольких месяцев, в течение полугода, появлялся минимум 2 раза на продажу за 8 косарей. Поэтому что такое 8
8500, я вообще не понимаю, кто его будет покупать и зачем люди вообще начали его покупать по этой цене, я реально не догоняю, вот серьезно. Его покупают сейчас на новогоднем аукционе дороже, чем он стоит просто в свободной продаже. По-моему, бредово. Поэтому, ребятки, если вы хотите получить хорошую машину по хорошей цене, ждите снижения цены в районе 7000, берите, не задумываясь, вы не пожалеете. Однозначно вы не пожалеете о покупке Т-54Е2, которого все знают как акулу. Т-54Е2 продавали абсолютно спокойно за 7500, и это была классная цена, по-моему, на Черную пятницу, если не ошибаюсь. Машина годная, просто суперская, входит в десятку моих любимых танков в этой игре и действительно того стоит. Вот из всех машин, которые сейчас стоят на продаже, я рекомендую всем ребятам, кто средне играет в танки, обратить внимание именно на Т-54Е2. Но не ведитесь на ценник. 10 тысяч эта машина не стоит. 9600 тоже. И реальная нормальная цена не в Черную пятницу, косарей 8. Поэтому где-то приблизительно, ну вот 8-8,5 потолок. Поэтому дороже 8,5 не рекомендую приобретать данную машину. Вы просто выкинете свою голду. А акула, она периодически, ровно как и Action X, появляется в свободной продаже. Поэтому не торопитесь, вы еще всегда успеете взять эти машины, если ценники на них не спустятся до тех пределов, которые я только что озвучил. Саума SM. Сложная машина по тому, чтобы на ней отыгрывать. 8500 завышенная цена. 8 это начало. Начало, ребят, адекватной цены на данную машину. Что же касается хорошей цены для данного аппарата, это 7000. Вот когда будет 7, и если у вас есть Action X, если есть у вас акула, тогда берите себе Сауму SM, если вы хотите себе что-нибудь из тяжелых танков взять на аукционе во второй волне. Что касается Скорпиона, 11 тысяч. Ребят, за что? Я вообще не понимаю, потому что в свободной продаже он был тоже голый, лысый, без ничего, за десятку продавался, а в комплекте с Су-130ПМ продавался, по-моему, за 17,5. Короче говоря, 11 тысяч, чего ценник непонятен, 10 тысяч его стандартная цена при продаже в магазине просто так, что называется, при вываливании его на продажу разработчиками просто в пределах игрового года, поэтому, ребят, вкусная, нормальная цена, существенно ниже на Скорпиона. Вообще, честно говоря, я оцениваю данный аппарат 1000 в 7. Ну вот честно, по играбельности, по живучести, по толковости, по тому, что он может в бою и насколько он может что-то зарешать в бою. Вот честных 7000 он стоит для новогоднего аукциона самое то. 8 это потолок. Ну даже десятку как бы за него отдавать — это перебор. ЛТМ-432. Машина такая, знаете, на любителя. Это восьмерка с хорошим временем перезарядки в 8 секунд. В целом неплохим, но со слабым со слабой альфой и, соответственно, слабым ДПМом для своего уровня. Альфа 280 единиц не сильно радует. Да, можно увеличить там оборудкой и всем остальным, но все-таки ЛТ-432, как ни крути, не стоит ни 8000, ни 7500. Нормальная цена 1007. Едем дальше. Лидером, я бы сказал, если не считать товарищей Акулу и Action X, я бы назвал товарища Т-22СР. Машинка действительно годная, машинка действительно хорошая. И я бы сказал так, если у вас получится дождаться снижения цены до 14,5 и вы любитель средних танков, однозначно, ребят, себе эту машинку приобретайте. Хельсинг. Машина на сегодняшний день ничего не стоящая в обычных рандомных боях. Не знаю, для чего она нужна, разве что только для коллекции. Ценник в 12,5, откуда взяли, непонятно. Точно так же, как и на Дракулу. И то Дракула отыгрывается гораздо лучше, хотя и на сегодняшний день плохо все-таки играется. Отыгрывается Дракула лучше, чем Хельсинг. Хельсинг на сегодняшний день практически в бою ни на что не способен. Поэтому за сколько покупать данную машину, я даже не буду предполагать. Это разве что какому-нибудь коллекционеру, либо человеку, который давно мечтал. Я был очень сильно удивлен, когда могильщик спустился по цене до невиданных просто пределов на предыдущей волне. Уверен, что Хельсинга ожидает то же самое и предполагаю, что забирать его будут где-то приблизительно в районе 10 тысяч, вот там уже народ оживится, будет брать. Что действительно пользуется сейчас популярностью, и популярностью, я бы сказал, существенной, это Е25, которого все знают как блоху. Эта машинка очень-очень редкая, она очень редко появляется на продаже, даже за реальные деньги. Я уже не помню, честно говоря, видел ли я в продаже эту машину за золото в прямой простой продаже. Я пока буду, допустим, со своим кошельком выжидать и, возможно,
возможно, приобрету себе данную машину за 4000 сугубо в коллекцию. Может, подожду даже 3,5, если ценник все-таки будет придержан игроками и ее за 4,5 там не разберут. Дальше буду ориентироваться по ситуации. Вот такое вот мое скромное мнение по поводу того, что выложили на продажу. Ну, а суммируя, скажу следующее. Почему я расстроен второй волной аукционом? Да по одной простой причине, потому что на данной второй волне не появилось каких-то уникальных классных танков, да, то есть можно сказать, что выложили АМХ-30Б, но его выкладывали на Черную Пятницу, можно сказать, что появился АМХ-30 прототип, который редко появляется в продаже, но машинка какая-то не сильно, честно говоря, годная. Вот этих товарищей выкладывают Шосауму, что всех остальных просто в прямой продаже, поэтому как бы... Ну, уникальности нет, понимаете, ребята, нет тех машин, которых я ожидал, нет, допустим, я не знаю, того же Крушителя, нет каких-то там крайне редких транспортных средств, которых очень тяжело приобрести в течение игрового года, и мне кажется, что новогодний аукцион все ждут именно для того, чтобы приобретать себе редкие машины, а не те, которые можно приобрести просто-таки в любой момент, когда их будут просто выкладывать на продажу. Многие из этих машин у меня есть, обзоры на них, ребят, вы найдете в описании под этим видео. Обязательно положу ссылочки, там есть честные обзоры на все машины из тех, которые есть на продаже и, соответственно, из тех, которые есть у меня в коллекции на моих аккаунтах. Заходите, смотрите, ну, я гарантирую вам честность этих обзоров и буду вам безумно благодарен, если вы подпишетесь на мой канал, сделайте мне очень приятно, поможете развивать каналчик. Ну, а я со своей стороны благодарить буду все новыми видосами, в которых вы можете посмотреть, как играются танки средними руками. Ребят, я не скилловый игрок, никому ничего не рекомендую. Не уговариваю, не рекламирую уж точно и показываю все таким, какое оно есть на самом деле. И именно эту информацию по ссылкам вы можете найти. На данный момент, ребят, у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.